и двое моих друзей. Кто придумал отправиться на мертвую станцию? Кто подначивал остальных? Не помню, отвечаю я. Я вру. Вру легко, потому что слов моих не проверить. Ни Виталика больше нет, ни Женьки. Многотонная громада ворот вздрогнула и поползла вверх со скрежетом, открывая нам дорогу в ад, а демонам — путь в метро. На самом деле, все началось в другой день. В день, когда мама предложила поехать в ботанический сад. На метро. Помню, как поднимались на эскалаторе. Как вышли из просторного павильона на утопающую в зелени улицу. Как летели по бесконечному небу легкие облака. И как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их. А мы спрятались от Бога в метро. Убереглись от его гневных очей, и ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами. Или умер. А мы остались на использованной и выброшенной земле. И полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей. И не могу вспомнить главного. Маминого лица. Она умерла почти сразу после войны. И все, что у меня от нее осталось, тот день в ботаническом саду. Как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд. Вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу готов был за это отдать. Я ей отдал. Ебать, что за история. Одновременно грустная и одновременно такая грустная, очень печальная. Ну что, мы продолжаем проходить с вами DLC Metro Last Light. И сегодня, наверное, последняя серия по DLC Metro Last Light, потому что осталось только два DLC-шки, у нас две DLC-шки, а мы с ней видел прошлое. Ссылочка на сайт находится на плейлисте с полным прохождением данной игры. Там DLC-шки будут. Если с помощью компьютера вверху справа там будут подсказочки, либо спускаешься чуть ниже описания, там будет первая прикреплена прошлая серия, да, видос будет прикреплен с прошлой серии, и чуть ниже будет прикреплена плейлист по полному прохождению данной игры. Там же DLC-шки будут, да, и плюс там еще будет, еще чуть ниже будет плейлист по прохождению метро 2033 Redux, мы тоже ее прошли. Вот, сегодня будет не менее интересная серия, она последненькая по DLC, но думаю, будет довольно-таки интересная. Вот, поэтому, Саш, подумай, давай плитик обязательно, при этом сидит кушать, прям типа кофе или 5 минут, при этом просмотр, мы, собственно, продолжаем проходить DLC метро Last Light. О, привет! Так, сегодня у нас что с вами? Хан и Анна, Саш, Павел, мы с вами прошли, Хан и Анна. Ну, поехали. Вечно так получается. Все вроде нормально. Задание закончил, идешь домой. Но стоит только отзвониться на базу, сразу припашут. Хоть вообще рацию выбрасывай. Ну да ладно, в этот раз хоть задача интересная. Остановить захваченный красными ганзейский поезд. Давно, как говорится, не брал я в руки шашек, особенно тротиловых. Хан. Ульман, прием! Секретный агент Ульман на проводе. Смотри, дошутишься. Цель на подходе, готовься. Вас понял. Кстати. Слушаю. Ты же тоннель там не завалишь? Что вы, как можно? Ладно, смотри там. Конец связи.
ты. Готово. Пора отсюда выбираться. Такой же не радужный. Ну, поехали. Догнал, так что можешь рассказать. Кстати, кто это? Мы. Мы с Артемом. Он, кстати, с той стороны завала. Артем? А он какого хрена тут? Нихуя, делает? Мы за второстепенного персонажа играем. Позже объясню. Пойдем. Куда? Полис. У меня много новостей для Мельника. И, к сожалению, им он не обрадуется. А как же Артем? Ведь Артем и оказался по ту сторону завала. Но я уверен, что до Полиса он доберется. Дами встретимся. Идем. Интересное кино. Ну хоть вкратце расскажи. Ну, если вкратце, красные похитили в D6 биологическое оружие. Прикинь, это прям перед финалом. Мы за что-то спиной этого смотрим. Так вот кто взорвал этот поезд. Вот почему он начал гореть. Понятно. Хорошее здесь место. Держись поближе ко мне и делай, что я говорю. Начинается. Этот путь приведет нас на полянку. Оттуда до полиса рукой подать. Правда, по дороге может случиться все, что угодно. В каком смысле? Здесь люди видят всякое. Кто-то прошлое, кто-то будущее. А ну-ка. Изумительно. Галлюцинации. Ученые в полисе считают именно так. Галлюцинации. Я же думаю, что все это неспроста. Полянка показывает людям то, что им должно. Пойдем, выясним, что она покажет нам. Так вот, мы... мы здесь были, помнишь, Артем? Мы здесь Артема были, за основного персонажа мы здесь были. Помнишь? Погнали, посмотрим. Нормально. Мы в начале, что ли, блядь? Да, ты где? Мы в страшилку? Мы в страшилку, блядь, играем или что, блядь? Мы в страшилку играем, да? Кажется, да. Пойдем, тут не стоит задерживаться.
За Ульму мы играем, за Ульмана, хорошо. Пока мы с тобой там. Стой! Что такое? Пока мы за Артема, за Артема играли и спасали детеныша черного. Детеныш черного. Реагирует на движение. Хан и Ульман. Хан и Ульман. Вот что делали, вот что делали. Он сказал не шевелиться, хорошо, мы будем шевелиться. Можем идти. Вот это да! Будет о чем рассказать на базе. Ну. Но все равно непонятно, откуда он все это знает. Так, кажется, здесь. Ну давай, нажимаем. Мутанты устроили логово. Будь начеку. Даже знаю где. Знаешь, Хан, я тут вещь одну заметил. Что заметил? Ну, стоит нам куда-то залезть, начинает твориться всякая чушь. Ты заметил? Пиздец. Пиздец. У, бля. Да, твою мать! Спокойно. Вот это да. Чуть не обделался. Думал, достанет. Тихо, тихо. Что? Тише, слушай. Крысы. Черт, в жизни столько крыс не видел. То ли еще будет. А, нельзя было туда заходить, хорошо. План зажигалки покажет нам путь, куда идти. Посмотри, пиздец какой. Да, хорошо. Думай, Хан, думай. А что если нужно включить свет? Ты правда думаешь, что все эти крысы просто уберутся, стоит только включить свет? Нет, но я знаю, что провода под напряжением привлекают электроаномалии. А у нас тут как раз одна имеется поблизости. У нас тут много чего имеется, кроме выхода. Зачем нам аномалия? Электроаномалии реагируют на движение. И что с того? Понял! На движение! А ты молоток! Скорее! По дороге я видел аварийные батареи. Их нужно зарядить.
Ну, теперь нам вот сюда, правильно понимаю? Да. Так, ну так вообще-то нечестно. Мы сейчас в страшилку играем или что, не пойму просто. Там сзади. Ой, бля, вот эта тварь. Ой, все, пока, блядь. Этого мало, поищи еще. Уже иду. Ну там вот только дверь вторая. Что нахуй, мужик, ну реально. Ну это не смешно уже, понимаешь, даже. Это уже даже, ну, реально не кайф. Даже не real talk, понимаешь? И не мем. Даже уже не кек. Да еще добавили тех тварей, которые, бля, я не люблю просто. Это просто тебя, ну, просто, ну да, ну, просто вот спамят, это все спамят. Готов? Погнали. Ну вот, осталось только ждать и уповать на мать. Ни в коем случае. Что-то нет твоей аномалии. Тише. Знаешь, Хан, все-таки надеяться на аномалии не наш метод. Давай лучше их всех застрелим. Тихо! Она уже здесь. Не, ну сзади нас пойдет. Пойдет. Это шаровая молния, нет, блядь? Пиздец, ну красиво сделано, красиво. Жестко сделано. Сколько шашлыка пропадает? Смешно. Что-то смотрит. Ну ладно. Мы почти на полянке. Так что, пора открывать шампанское? Как сказать? Обычно это пустая станция. Ни зверя, ни человека. Так уже пустая. Ох, что-то слабо верится. Мы случаем здесь не были? Ну вот, а ты были. Говорил пустая. Пустая, но не врастая. Все погибли. Стоп.
Делай, как я. Все. И главное, не говори с ними. Да. Со мной можно, с ними нет. Как скажешь. Как ты можешь быть таким... таким... равнодушным? Ну, мы с тобой живы? Живы. Еще скажи, что не рад. Рад. Но... Ну вот. Они думают, что живы. Это просто аномалия. Ничего они не думают, хан. Галлюцинация. Ну что, мужики, давайте выпьем. За то, что живы. Пей теперь. Ты же говорил, не разговаривать даже. А теперь говорю, пей. А что, нет повода не выпить. За жизнь. Хорошо пошла. Да, слышь, хан, неплохой ты парень. Только молчаливый какой-то. Все с книжками своими сидишь. Тебя даже выпить уговорить целое дело. Будь проще, народ тебе потянется. Точно. А то так и скиснешь в одиночку. Высоти! Костя, сзади, ребят! Бегу! Я готовься! Сейчас будет жарко! Блин, чего? Что происходит вообще, блядь? Чего у тебя за хана, блядь, играем? Сука, здесь вообще пиздец. Это жесть. А то место, где мы уже прошли же, да? Да, мы это место уже прошли. Что там? Где все? Обошли нас. На станции бойня. Женщин и детей через боковые вроде вывели. Но южный вход точно не удержат. Надо что-то делать. Хан, Кузьмич, давайте в оружейку. Будем рвать южный проход. Костик, остаешься со мной. Понял. Ясно. Пошли, хан. Помогите!
Блять. Такие твари просто. Невыносимые. Так, ну чё, ну что делать-то нам? Даже давай посмотрим, что нам делать. Блять, смеешься, что ли, блять? Куда мне ставить эту перчатку, блять? В этом весь прикол. Куда мне ее ставить, ваш? Куда мне ставить ее? Нет, не сюда. Куда мне ставить? Я не потом остался, ребят. У меня нет патрон, все. Ну все, ББ, блять. Заебете вы нахуй! Хуй я дам с вам, заебали. Куда мне тут что ставить, блять, я не пойму. Мне просто тут некуда. Что мне куда ставить? Куда мне ее заложить, блять, не пойму. В этом есть прикол, куда мне ее закладывать опять, видишь? Вроде ничего такого тут не светится, а куда мне ее закладывать, хер его знает. Давай попробую еще раз сюда, давай дойду еще раз до этого момента и тогда уже продолжим. Ну, может, залагало просто реально, ну, типа, это ну, бред. За то, что живы. Бей теперь. Ты же говорил, не разговаривать даже. Так, ну что, ребят, дошел до момента, уже дошел до момента. А посмотрим. Нет повода не выпить. За жизнь. Посмотрим, залагал или нет. Хорошо пошло. Да, слышь, Хан, неплохой ты парень. Только молчаливый какой-то. Все с книжками своими сидишь. Тебя даже выпить уговорить целое дело. Будь проще, народ тебе потянется. Точно. А то так и скиснешь. Чай, знаешь, почему примерно то, что я в нем сплял, сейчас сидел. Ну ладно. Гости, сами, ребят. Бегу. Хан, готовься, сейчас будет жарко.
Да уж. Обошли нас. На станции бойня. Женщин и детей через боковые вроде вывели. Но южный вход точно не удержат. Надо что-то делать. Хан, Кузьмич, давайте в оружейку. Будем рвать южный проход. Костик, остаешься со мной. Понял. Ясно. Южный Пошли. Проход. Так, где южный проход находится? Помогите! Помогите! Так, это мы видим с тобой. Южный проход до тебя, наверное. Фигачи с тобой. Хорошо, здесь у нас мина лежит, это я видел. Как ни странно. Вот она лежит, мол, я ее беру. Ну нормально вообще в крысу, блядь, сидеть, а? Твари ебаные. Не ты нахуй. А, вот сейчас смотри, в кры... Вот, блядь, вообще такие крысы, я хуею. Вот этот проход же, да? Бля, я не понимаю реально, ну чего за хуйня? Вот он. И что, куда мне, блядь, это ставить, я не пойму. Да бля, вы охуели, что ли, совсем, блядь? Такие, бля, просто, ну, на, вот нельзя объяснить по-нормальному, сказать, вот, иди туда, сядь, подсветить эту хуйню. Нет, бля, я должен искать эту залупу, блядь. Смотри, вот здесь никакого прохода нет, явно, блядь. Да иди ты нахуй, блядь, тварь ебаная, блядь. Дай-ка мне, блядь, нормальное оружие. Вот сюда, что ли, куда-то? Сюда куда-то, я не знаю куда, блядь. Давайте, твари, подходите, блядь. Я не понимаю, от какой куда проход. Честно, вообще не понимаю. Может, нужно их пока он это, блядь, делает пам-парам. На, бля, давай. На, ебать. Тарасы, блять. Что за хуйня, блять? Просто игра залагала, да? Да, представляешь, просто игра залагала. Я хуею. Я в аху нахожусь. Сельф 4, можно? Я просто в аху нахожусь. Блять, просто игра залагала. Только не видишь, что с самого начала. Только не видишь, что с самого начала. Так, ну да, искать. Чё тут? Помогите! Чё, поэтому она и выстрелила, может, поэтому она и выкинула.
да, мне это. Я хуй знает, ребята, вот сюда что ли стоит, наверное. Нет. Куда я должен ее установить? Я просто не понимаю уже реально. Блять, нельзя было просто взять, отметить, сказать, вот, вот сюда надо установить. Нет, надо хуетой заниматься, блять. Ну откуда мне это устанавливать, не пойму. Вот куда мне это установить, ну куда? Просто куда мне это надо установить? Южный ворот, но получается это центральный, блядь. Других я там не знаю, блядь. Ну либо вот на те. Ну что, зал здесь нихуя не шло. Здесь, может. Ну, сюда нет, сюда он не хочет, видишь? Надо еще найти, может, я не знаю, блять. Ну это такой бред, нельзя вот. Почему нельзя взять просто отметить, да? Или сделать, знаешь, сделать реально нормально. То есть сказать, вот, держи, вот надо вот туда пройти, да? Либо просто подсветить там, где надо ставить. Нет, блядь, ищи сам, похуй, блядь. А если забагуется, нам поебать. Ну, вообще похуй, видишь. Куда я должен установить здесь? Куда? Ну, куда, блядь? Ну, куда я должен установить здесь? Бля, какой-то бред, честное слово. Бля. Ну то есть видишь, что ты и тут все равно дохуя, блядь, а куда мне ставить, непонятно, блядь, эту хуйню. Вот куда мне ее поставить? Вы мне скажите, блядь, нормально. Я не знаю, ребят, честно, вот что тут не так и куда это ставить, я реально, я вот не шарю, вот куда это ставить, куда я должен это все ставить, куда? Вот, ну куда я должен это ставить, сюда, блядь? О боже, а нельзя было подсветить это место, блядь? Вот нельзя было просто подсветить это все дело, нет? Почему нельзя было просто подсветить, да, это хотя бы чуть-чуть, блядь? Хотя, может, это я такой, блядь, может, я сразу не понял, что он будет посреди, надо туда было вставить, блядь. Пиздец, просто. Трэш, блядь. Нормально. Сенсор, да, типа, очень, знаешь, такое видное место, ну, типа, с другой стороны, хер его знает. Я туда нажимал, туда, ну, хуй знает, короче. С одной стороны, можно было бы посветить, с одной стороны, можно было бы подсветить. А, он их бросил. С другой стороны, блин, по факту, просто ты вот взял отчетку, побежал, последний поставил, все, убежал. Вот как оно бывает, Ульман. Не знаю, почему Полянка решила показать это и тебе тоже. Надеюсь, ты никогда не встанешь перед таким выбором, как я тогда. Угу. Я был слишком молод. Пойдем, хан. Нечего тут засиживаться. Ты прав.
Выхода нет, пройди уровень. Пройти уровень Хан. И осталось на с вами последнее, да? Последнее, самое последнее. Это Анна. Вот, проходим теперь Анну. Ну вот, ВДНХ. Родные места, а? Знаешь, меня ведь тоже тогда чуть не накрыло. Искала Хантера до последнего. Отец, конечно, не знал. Знаешь, я рада, что отец отправил меня с тобой. Как я мечтала убить хоть одного черного с тех пор, как они убили Хантера. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подберусь. Ладно, удачи. А мы за нее играем. Ну, чисто ассасин, что могу сказать я. Опять за снайпера играть? А, это... Я на месте. Вижу тебя. А, так, то есть вот это Артём? Это Артём? И правда до сих пор что-то чадит. А мы тебя заново играем. Я понял. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Понял. Понимаешь, мы тогда... Есть какое-то движение. Приготовься. Это не черные. Это стражи. Сейчас я по ним поработаю. Один есть. Черт. Мимо. Это когда мы играли за Артема, вот теперь мы играем за Анну. Охуенно. Ах, я мазила. Блять, ну что ты делаешь? Перезарядка. Успел забыть. Держись, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Этот готов. Еще! Смотри за камышами! Готов! Меняю магазин. Еще один. Да что ж такое, промах! Этот готов. Перезарядка. Серьезно, блядь, я тогда их нормально ловил. Зарубил, когда проходил, так, бах, бах, и все. Все почистили. Ты цел? Орлиный глаз. Убить больше стажа, чем Артем. Эй, ты цел там? Mm-hmm. А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артем. Так, давай влево. Там есть обход. Меняю позицию. Но я ничего не могу сделать, у меня анимация, надо фильтр поменять, у меня анимация, ну все. Где он? На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть.
Вот он! Вижу его! Дьявол! Вот эта скорость! Как это он? Вперед, за ним! Нашла! Слежу за ним! Скорее, за ним! А, это когда он хотел убить его, убить черного вот этого малыша, чернуш. Я думал, когда он его искал. Вон за ним бежит. Тогда понятно, кто был снайпером. Вижу! Сейчас я ему гаду. Готов. Осторожней! Хватай его! Что за... Артём, что с тобой? Ты слышишь меня? Артём, ты живой? Ну, тварь, я тебя достану. Чего мы здесь ищем? Ходим в бункер. Проклятие, у нас гости. Только фашистов нам не хватало. Вообще ничего не... Скорее, пока меня не нашли. На, сволочь! Кого, блядь? Хуя тут. Хуя там Джингл Беллс. А можно мне сделать так, чтобы не тросился у меня этот? Получите, твари! Прицел, чтобы не тросился, блядь. О боже, блядь. Ну серьезно, блядь, давай нахуй. Я хуею, блядь. Давай полчаса, блядь, по нему попадать. Блядь, нам же похуй, да? Ну снайпа мощная, не скоро. Чего здесь? Блядь, что за хуйня сейчас здесь была? Ну, ты прикалываешься или что, блядь? А, вот, блядь. Держись, иду к тебе. Блять. Охуенно. Чё, как тебе, блядь? Нормально? Эх. Ну, это когда они первый раз шли, понял? Чтобы убрать его. Либо в первой части, когда надо они убирали двигаться. Его. Мне тут. Что это там? Где? Да...
потом тебя и видел. Эх ты, краем глаз. Шарферу что на инструктаже говорил? Что если внутренние посты хоть одного, что поймают, наживы не следят. Я уже совсем близко. Господин Шторм стартует. Поезд закончил на всех полетах. Это еще кто? На удар по цели! Отлично. Почти на месте. Значит, сегодня успеем обыскать еще и центральный сектор. Заканчивайте и распределяйте людей по новым задачам. Будет исполнен, господин Шторм Шарфюрер. Артём! Артём! Закат надежды. Пройдите уровень Анна. Так понимаю, это в первой части было, да? Либо в этой, когда они первые... Когда, я понял, что это за момент, когда они пытались уничтожить последнего черного, да? Да, наверное, это было в первой части, скорее всего. Либо в этой, в начале. Собственно, все. Это все DLC-шки. Да. Да, это все DLC-шки. А то такие DLC-шки были. Прикольные, прикольные. Интересно, почему бы нет? Прикольный контент завезли, прикольно. Спасибо огромное за такую игру, в принципе, и за контент. Вот. Спасибо за просмотр. Так, теперь точно мы прошли полностью с вами Metroid Last Light плюс DLC. Вот. Спасибо за то, что побыли со мной в этом приключении. Классная игрушка, классная. Увидимся в следующих играх. Давайте.